Ну, ребята, сразу извиняюсь, то, что видосов не было целый день. Я вам все объясню. Вот. Если вам не слышно, то можете не смотреть. Вот, сразу говорю то, что я чуть-чуть ногу это ушибла. Я просто так сильно упала, два раза перевернулась так. Ногу ушибла. Она меня сильно болит, ходить даже не могу. Вот сегодня вот час где-то назад приехали в больницу. А рентген мне сделали, потом сказали то, что мне должны там ногу там к холодному поставлять. И чтобы я ногу повыше делал, чтобы у меня этот отек не было. Ну, ребята, я очень извиняюсь, то, что видосов нету почти целый день. И то, что почти каждый день по одному ролику выкладываю. Ну, уж меня извините, ребят. Кирзики мои, я очень сильно извиняюсь перед вами. Ну, наверное, видосов опять не будет. Только один арт, только такая обработка, наверное. Вот. Я еще раз так сильно извиняюсь. Вы надеюсь, вы меня пожалеете. Пожалеете мне там что-нибудь там здоровье, там, чтобы я ничего себе тут не ломала. Да, чуть-чуть себе ногу не сломала. Мама так переживает за меня аж. Вот, сразу еще раз извиняюсь за мое отсутствие такое долгое. На этом все. Пока, ребят. Пока, мои китики. Пока.